Итак, доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, что меня хорошо слышно, хорошо видно. Я не успел доехать сейчас до дома, чтобы провести урок, и поэтому провожу его из машины. На сегодня урок будет. Урок Торы из Киева, из машины, дождливая погода. И как раз мы сейчас будем изучать третью заповедь. Третью заповедь из книги заповедей. Книги с собой у меня не оказалось. Книга, которую мы изучаем про лашон ара, про злоязычие, у меня ее с собой нет. Поэтому, но книга Хафец Хаим у меня есть в телефоне, поэтому я успел подготовиться. И мы сейчас изучим третью повелевающую заповедь из заповедей истории, актуальных в наше время. Еще раз напомню, что заповеди истории – это самое важное, что вообще есть, потому что Всевышний, Он нам сказал конкретно «не делай». И конкретно вот мы изучаем эти заповеди, которые прямо если их делать, то что тогда будет? Тогда мы будем соединяться через них со Всевышним в самым таким возможным вариантом, то есть нет других вариантов соединиться с Богом, кроме как выполняя Его заповеди. И сейчас мы изучаем третью повелевающую заповедь. Напоминаю, первая была повелевающая заповедь «Знать, что есть Бог». Это повелевающая заповедь. Бог сказал: «Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, чтобы быть тебе Богом». Значит, все. Есть тот, кто создал все это мироздание, и тот, кто им управляет. Это первая заповедь. Вторая заповедь, повелевающая, мы изучали вчера. Она звучит так, что «Шма Исраэль, слушай, Израиль, Адонай Элайну, Бог всесильный наш, Бог один». Бог один, Ашем Эхад. Эхад – это Он один. Он один, все это Он, нет никого кроме Него, нет ничего кроме Него. И все, что есть в этом мироздании, им создано, и это Его проявление в разных форматах. Да? То есть даже сейчас и этот телефон, и тот, и телефон, в общем, все это Всевышний, только в разных Его проявлениях. Сегодня третья заповедь. Бог сказал в Торе прямым текстом, и мы это говорим два раза в день в молитве «Шма Исраэль» утром и вечером. «Шма Исраэль, Ашем Элокен, Ашем Эхад, Бог всесильный наш, Бог один». И дальше мы продолжаем. «Ваавта», прям написано в Торе, «и возлюби». «Ваавта» — это «Ашем Элокеха», «Господ Бога всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем имуществом твоим». Что это значит? Всем, что твое, дословно переводится, не имуществом, а именно всем, что твое. Значит, давайте разберемся вначале, как... Ну, то есть, Бог сказал, люби Бога. Отлично, отлично, прям реально приятная заповедь, потому что любить – это приятно, любить – это приятно. Но что такое любить? Что такое любить? Значит, любить – это... соединяться, да, вот если мы спросим, что такое вообще чувство, я люблю, вот человек говорит, я люблю, я не знаю, я люблю лето, что значит ты любишь лето, я хочу быть в лете, я хочу быть с летом, я хочу, чтобы было все время лето, или другой человек скажет, я люблю свою семью, да, что значит ты любишь свою семью, это значит, что я хочу с ними быть вместе, то есть любовь это некая чувство, которое соединяет. Теперь, когда Бог нам говорит, возлюби Бога, значит, мы должны через любовь соединиться с Богом. Отлично, прекрасная заповедь, приятная и хорошая. А как? Вопрос, как ее выполнить? Каким образом? Какая технология любви? Понятное дело, что если я люблю кого-то, да, какого-то человека, то мне для того, чтобы с ним соединиться, нужно первое, о нем вспомнить. То есть я, например, его не могу любить, читая в этот момент газету. То есть я, когда читаю газету, я читаю газету. Когда я сплю, я сплю. А когда я люблю какого-то человека, например, сейчас мы пытаемся понять, как выполнить заповедь «Люби Бога». Когда я люблю какого-то человека, я первым делом я про него вспоминаю. То есть я его... должен знать, да, например, вот Лея Каплан, например, да, вот сейчас она смотрит нас, Лея Каплан, любит ли Лея Каплан Буркина-Фасо?
То есть, наверное, нет. Почему? Потому что Лея Каплан, может, даже не слышала про такое место, которое называется Буркина-Фасо. Страна такая есть целая, да? Для того, чтобы полюбить Буркина-Фасо, нужно узнать про Буркина-Фасо. И нужно узнать про Буркина-Фасо, где оно, что оно, как оно, где оно находится, это понятно, да? То есть, значит, любовь к Богу – это прежде всего познание Всевышнего, что мы сейчас, в принципе, и делаем, изучая про Бога. Что значит, что кроется за словом «Бог», что значит «Он Творец», что значит «Он Создатель», что значит «Он управляет мирозданием», что значит «заповеди». Всеми этими действиями мы познаем, постигая Всевышнего, мы выполняем повелевающую заповедь «любить Бога», потому что вначале мы его познаем, а потом через познание мы с ним соединяемся. Теперь дальше. Когда мы познаем Всевышнего, то, естественно, нужно начать с того добра, которое он делает для каждого из нас. Просыпается человек утром и открывает глаза и говорит: «Муде ани лефанеха, благодарен я перед тобой, шейхизар табини шмати бехемла, что вернул ты в меня душу мою, раба эмунатеха, велика моя вера в тебя». То есть можно было бы просто сказать: «О, глаза я опять открыл, чем бы мне занять свой мозг?» И открыть какой-нибудь телефон, новости и так далее. Но можно осознать в этот же самый момент просыпания, что то, что я смог открыть глаза и собрать у себя в голове некую картину мира, как это все работает, и в этой картине мира вспомнить себя, то это все только благодаря Всевышнему. Только Бог мне дал эти все качества, чувства, осознание, понимание. И тут же, когда я вспоминаю про Всевышнего, я радуюсь тому, что я проснулся, и у меня есть возможность вообще открыть глаза и понять, да? Значит, понятно, да, идея? То есть первое выполнение заповеди Всевышнего – это для того, чтобы любить Бога, нужно его познавать. Познавать и во всем, как говорил царь Соломон в Мишле, в притчах, он говорил так: «Беколь драхеха деу, на всех своих путях познавай его». То есть ты идешь, вот я сейчас, например, сижу там где-то в машине, да, например, я сижу. Я могу познавать Всевышнего, то есть, ну, отлично, Всевышний мне дал возможность с утра выполнить массу дел, и сейчас я нахожусь в машине, я могу проводить урок. Вообще, какое чудо великое, что есть телефон и есть интернет, и я сейчас могу совершенно спокойно в телефоне посмотреть в начале книгу, краткую книгу заповедей. Потом я могу эту книгу постараться понять, потом я могу вспомнить, потом я могу рассказать. И получается, что на всех своих путях познавай его, познавай Бога. То есть можно в каждом действии, в каждом шаге пытаться увидеть волю Всевышнего и быть ему благодарным за то, что он дает тебе возможность дышать, помогать, постигать и так далее. То есть любовь – это прежде всего к Всевышнему. Это первое, это познание Всевышнего во всех своих путях. Так сказал Рамбам, да. Теперь, значит, второе. Второе, что входит еще в любовь ко Всевышнему. Давайте посмотрим, как в Торе написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сердце имеется в виду мышление. У человека, например, вот сейчас я могу рассказывать про любовь к Богу и в то же самое время думать, например, о чем я могу думать. Так, дождик, наверное, как же мне зонтик взять, где зонтик, да? То есть получается, что я тогда не всем сердцем в этот момент со Всевышним, а у меня часть сердца со Всевышним, часть сердца с зонтиком, да? А еще, например, я кушать сейчас хочу, я с утра не кушал, встал рано, и у меня часть моего внимания, моего сердца, да, моего мышления, оно с чувством голода. То есть у меня уже на Всевышнего остается всего лишь там какая-то половина своего внимания. А Бог сказал, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть всем твоим мышлением, всем твоим желанием, всем твоим намерением. Сердце, это имеется в виду, это мышление. На языке мудрецов сердце — это не орган, который качает кровь, а сердце — это мышление. Всем сердцем своим, всей душой твоей, беколь навшиха. Значит, как возлюбить Бога всей душой твоей?
Когда написано в Торе «нефеш», это душа. Это имеется в виду не божественная душа, а часть Всевышнего. Божественной душе не надо говорить «возлюби Бога», она часть Бога. То есть это часть души, которая святая часть, которая уже, она находится соединена, она как бы часть Всевышнего. Ей не надо говорить «возлюби Бога», она и так его любит. Ангелам не надо говорить «возлюбите Бога», они с ним, они как часть его, да, они проявляются, они проявление Всевышнего. А кому надо говорить «возлюби Бога»? Своей животной душе. У каждого человека есть животная душа. Это такое тело, которое как биоскафандр, такое, который работает по инстинктам. Вот я рукой же не думаю, как шевелить. Я послал намерение, у меня рука шевелится. Понятно, да? И у каждого человека есть то, что называется животная душа. Это его биоскафандр, это его тело. И когда Бог нам давал заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», это всем твоим мышлением, всем бекольна в шиха, всем своим животным существом. Как возлюбить Бога своим животным существом? Значит, выполняя действия, направленные по велению, по тому, как Бог сказал делать, мы свое тело, мы его освящаем, обожествляем. И, например, когда человек помогает кому-то, в этот момент он выполняет заповедь Всевышнего, называется «гмилут хасадим», «воздаяние добром». И когда он это делает, в этот момент все его тело является проявлением воли Всевышнего. Представляете? Когда ты даешь, выполняешь заповедь «цдака», то есть ты берешь монетку и кладешь ее в коробочку и говоришь: «я выполняю заповедь Всевышнего помогать бедным». В этот момент все твое тело, оно выполняет волю Творца, волю Всевышнего, и все твое тело в этот момент как будто бы пропитывается вот этой вот духовной энергией, божественной энергией, и в этот момент, в момент выполнения заповеди, ты Бога любишь всем своим животной душой, нефеш, всем своим телом. А теперь получается, Александр Ефремов, есть много людей, которые выполняют не только заповеди 10. Есть много людей, которые полностью каждый момент своей жизни служат Всевышнему, и вся их жизнь, она полностью направлена на то, это называется праведники, цадики, которые только выполняют заповеди Всевышнего. Не 10, а все 77 актуальных сегодня, включая все постановления мудрецов. В каждом поколении есть 36 праведников, заслугу которых существует мир, и много людей, каждый человек живет в своем придуманном мире. Есть люди, которые думают, что все вокруг плохие, есть люди, которые думают, что все вокруг средние, хорошие и так далее, то есть все равно каждый живет в своей иллюзии. Так вот, точно я знаю, я лично видел десятки, лично я. Давайте я Александра сейчас, если вы не верите, то пожалуйста, все, до свидания. Значит, смотрите еще раз. Есть люди, как что значит возлюбить Бога всем своим нефеш, это животной душой. Это значит телом выполнять заповеди Всевышнего. То есть как тело можно выполнять заповеди Всевышнего? Например, кушать кошерную еду. Когда евреи выполняют все заповеди кашрута, когда еврей выполняет все заповеди, вот что можно кушать, что нельзя кушать, он в этот момент, он освящает свое тело полностью, подчиняя свое животное тело, полностью подчиняя свое животное тело заповедям Всевышнего. Да, человек, я читал такую историю, есть книга, называется, она так и называется, «Невероятно». Книга называется «Невероятно», и там рассказывается история Йоси Валеса. Йоси Валес – это человек, который прошел всю войну с 1939 года. С 1939 года по 1945 год, 6 лет он был в концлагерях. Он прошел все концлагеря и вышел оттуда. И вот его... там история, как это чудо. То есть математической вероятности, что человек выйдет из одного концлагеря живым, это было там 1%. А то, что он пройдет 6 концлагерей, включая Варшавское гетто, и везде останется жив, математической вероятности просто нет. Книга называется «Невероятно», как это все было. А все-таки он выжил, он потом после войны переехал в Израиль там, и так далее. Ну, книга, вот так она называется, «Невероятно» с восклицательным знаком. И там рассказывается история, как один был раввин, который в концлагере, он тоже все соблюдал и так далее. И вот уже близится
уже подходит Красная Армия, Советская Армия, чтобы освобождать этот лагерь. И фашист один, он выстроил этих евреев, говорит, ну все, мы там уходим. Ну вот вы думаете, что ваш раввин, он святой? Вот сейчас мы посмотрим. И он к нему подходит и говорит, вот тебе кусок колбасы, свиная колбаса. Говорит, если ты съешь, ты останешься жив. Если нет, я тебя застрелю. По закону, я не знаю, как правильно было поступить. Но этот раввин сказал, что я не буду... То есть этот фашист хотел доказать, что он не святой. И что он все равно больше любит свою жизнь, чем заповеди Всевышнего. Но в этой книге описывается эта история прям очень... Там было много свидетелей, выстроен почти весь лагерь был выстроен. Раввин сказал, нет, убивайте. И буквально ему оставалось там несколько часов до освобождения. Но он предпочел умереть, отдать свою душу, но не нарушить заповеди Всевышнего. Это называется возлюбить Бога всей своей душой, имеется в виду животной душой, телом. То есть поставить свою веру в Бога выше, чем потребности своего тела, которое по-любому умрет. То есть тело это по-любому умрет. Теперь и дальше написано «Беколь меодехо». «Беколь меодехо» — это всем, что твое, всем твоим имуществом. Значит, человек, он большую часть своей жизни, он занимается тем, что он старается накопить какое-то имущество, то есть заработать деньги, купить себе там одежду, жилье, еду, квартиру. Это называется пирамида потребностей Маслоу, да, Авраам Маслоу. И вот он идет по этим потребностям, и он все время старается накопить, заработать и так далее. И в момент, когда у него есть выбор, или выполнить заповедь, он не остался жив, этого раввина убили этого раввина, фашист его убил, но он умер, освящая имя Всевышнего, то есть то, что он поднялся на небо, это называется Кидуш Ашем, умереть, освящая имя Всевышнего, то он там на небе, конечно, сразу же пришел, это бинго, джекпот, то есть это очень тяжелый поступок, то есть это победить полностью свои инстинкты самосохранения, инстинкты вот держаться за эту жизнь, но он его душа, его духовная часть была намного сильнее, чем его физическая, и он выполнил заповедь освятить имя Всевышнего, то есть своей смертью он освятил имя Всевышнего. Хорошо, значит, что значит возлюбить Бога всем своим имуществом? Это значит время свое, силы свои и порядок своих приоритетов поставить так, что выполнение заповеди важнее, чем какие-то материальные интересы. Вот так можно выполнить заповедь «Возлюби Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем имуществом твоим». И, значит, сегодня мы на этом... Сегодняшний урок заканчиваем. Завтра я еще, значит, завтра продолжим с Божьей помощью. Хотя завтра я вообще вылетаю в Израиль. У меня, по-моему, самолет в 10:40 утра. Но я постараюсь из аэропорта провести. Да, я думаю, что завтра будет урок. Все. Всем хорошего, прекрасного дня. Значит, выполняем заповедь любить Бога всем сердцем, всей душой. Имеется в виду животная душа и всем, что твое. То есть можно помогать, можно выполнять заповедь «Любовь Всевышнему» с помощью кому-то помог, пожертвовал, кому-то отдал какие-то вещи свои, кому-то там деньги дал и так далее. То есть когда ты десятую часть своего заработка отдаешь на выполнение заповедей, то тогда у тебя вся твоя работа, она становится святой. Все, удачи, успехов, всем пока.